Шантиров, Аполло для заживления ран пролежней диабетической стопы, трофических язв, гелевая повязка. Ну, у меня вроде ничего из этого нету. Хотя пятки себя чувствуют, конечно, не очень хорошо. По-моему, сейчас это будет жижа вообще дикая. Ой. По-моему, это уже снимали. Вот. Вот оно вот такое. Вот. Вот такое. Опа, и оно лежит. Пахнет, да, конечно. Условий для роста гранулюляционной ткани, предотвращение инфицирования, антимикробное действие, равномерное нанесение. Состав здесь, к сожалению, запечатан 10 на 10 сантиметров. Написано, ну, не совсем 10 на 10, но что-то приближенное. Ну, вот, не знаю. Разве что в моем случае руки помыть, а потом пойти их еще раз помыть, потому что вроде как мне не надо. Но вообще хорошая идея в аптечку что-нибудь от ожогов вот такое вот добавить, что можно положить и даже в походных условиях с ним просто посидеть и немножко прийти в себя.